В путь по селам отправилась упряжка Победы. Участники одноименного проекта посетили Каменку, Хангурей и Оксино. Артистов провожала в путь съемочная группа нашего телеканала. Слово Михаилу Веселову. На часах 7:30 утра, а на Печорском берегу у речного трамвайчика Алексей Калинин оживленно и далеко вокруг разносятся детские голоса и заливистый смех. Путешественники бодры, полны энергии и с нетерпением ожидают отплытия. А какая же перед ними цель? Наша семейная родовая община выиграла грант Департамента образования, культуры и спорта, наш окружной. Выиграла грант на то, чтобы реализовать свой проект «Упряжка Победы». Мы должны поехать в 7 населенных пунктов с концертной программой, встретиться там с ветеранами или с людьми, которые знают своих героев, и собрать истории о бойцах оленей армии. С ненецкого медокоца переводится как «маленький чун». Так что не случайно главными участниками проекта стали именно юные артисты из коллектива «Ханико» этнокультурного центра. Компанию им составила вокальная группа прославленного ансамбля «Хаяр». Девиз этой дружной команды – «Сохраним память вместе». Мы везем концертную программу и, конечно, порадуем жителей сел нашими песнями, танцами. Ну и, конечно, тематически мы заденем, что год наш юбилейный, 75 лет Победы. Вот поэтому программа наша посвящена году памяти и славы. Ребята, хотя им уже и не впервые предстоит выступать перед публикой, все-таки немножко волнуются, особенно девочки. Меня зовут Алина. Учишься? В третьей школе. Бывала в таких поездках с такими концертами? Да, много раз. Тебе нравится выступать перед людьми в деревнях? Бывает стеснительно, но так хорошо, мне нравится. Однако же, когда ребята с звонкими голосами исполнили песню, устроив генеральную репетицию на берегу, их волнение внешне ничуть не проявлялось. Храбрые дети на нартах сидят, пусть снег и мороз, им не близок их путь. На нартах они свою песню везут. На бой Ну вот и спели, и даже немного потанцевали. Пора загружаться на кораблик и в путь-дорожку по Печорским волнам. Упряжку Победы уже ждут в деревнях. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, телеканал «Север».